Вот она, вот она. Так ты давай сюда. Давай, 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 давай сюда. Залетай, залетай. На-на. Дверь сломала. Слышь, давай не залетай тогда, пожалуйста. Давай я это, тебя буду вот так долбить. Давай ты сядешь. Всем привет, друзья. Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved Mod Paradox. А у меня тут... Черепашка что-то томиться перестала. А что ты не томишься, слышь? Короче, черепаха сейчас притомится, никуда не денется. Вот, а попутно у меня тут гелик притомился, и я наконец-то отгородился. Все, у меня немножко времени появилось, все появилось. Сейчас будем нормально играть, а то, блин, у меня тут целая неделя была такая дурная, что... Я, короче, ходил тут в неадеквате целую неделю, во. Так, значит, по вашим именам. Грини. Где-то вон... Черт упал. Ладно, хрен с ним. Давайте сгоняем. Значит, страшная любовь. Прям вот я ее по-другому-то назвать не могу. Любы, просьба сейчас не бомбить, это не про вас. Вот. Шумная скотинка. И придется телепортироваться. Потому что лестницы у меня ни хренашеньки тут нету. И делать я ее не собираюсь. Она у меня есть, но она аж там за скалой, поэтому я этого не хочу. У меня есть телепорты. Я типа нанотехнологии, все дела. Так. Чернокрыл и вроде... И крыса наша, большущая которая. И художница. Предложили маляр, либо художница. Назвал художница, потому что девочка. Так, вроде как все. Остался у нас вот Викид Пойсон Гриффин. Без имени. И по-моему... как я забыл. Варабей. Забыл. Второй Варабей, пока без Варабей. Ты кого там плевать собрался, паразит? Так, и вроде у нас, да, еще Гига у нас почему-то свободный, ну да и хрен с ним. Вот, потому что он голубой, потому он, наверное, и свободный. Не был бы голубым, давно бы себе самочку нашел. Вот, погнали, короче, сегодня предложение какое? Сегодня... Да ты тихо, блин, летай нормально. Сегодня предложение сгонять на лавовый остров, посмотреть вообще, что там за нафиг происходит. Потому что там мы еще ни разу не были, и вообще... Ну-ка. Хорош. Он мне нравится. И вообще посмотреть, может там какие-нибудь зверюги прикольные новые есть. Опа, это кто там огнем поливает? Ой, волчара позорный. Не хочу с ним драться, ну его нафиг вообще. Опа, стопэ, это ж этот. Ну-ка. С дубиной которую. Нифига себе у тебя хп. Флейминг мини. Так, 60 тысяч. Ой, 100 тысяч, 100 тысяч. В целом-то у меня немножечко стрел есть. Так, знаешь что? Опа, завалили кого-то, смотрите-ка. А, Дилик, ты что-то это? Тихо, спокойно. Где он? Вон ходит собака такая. Сейчас, короче, хочу... А, еще один, что ли? Слышь? Еще один. Пацаны, спокуха! Все нормально, все хорошо будет. Так, я, короче, хочу завалить. Это 6 стрел примерно. Хочу еще стрел побольше сделать. У меня вроде все есть, кроме... А, кроме этих фаерболов этих волшебных. Пацаны, вы там берега-то не попутали, а? Нифига себе. Тихо, на. И ты тоже давай, а то сейчас встанешь, меня кусать будешь, собака такая. Так, где он? Вон. Ну-ка, на охоту. На! Два, беги. Нормально. Три. Беги. Все нормально. Гонки. Это садовник Вася. Он если догонит, то он вот эту дубину нам по самой не могу, по самой гланды запихает. Так, макака еще тут его служебная. Ох, нихера себе достал. Так, ну-ка давай бежу. Тихо! А, Традон. Традон-то не страшно. Да тихо ты. А он что, он передумал на меня нападать или где? Слышь? Давай, садовник Вася! Спать будем, нет? А, кстати говоря, я чуть не подумал. А он вообще врубается, нет? Не, ну так чисто поржать. А то столько стрел уже на него спалили. Да ни хрена, я на него стрелы спалил зазря. А черт. Так, короче. Другой план. Мне кажется, он даже более... Хорошие десятины, я предлагаю сваливать нахрен отсюда. Нефиг тут совершенно делать. Я думаю, если нарваться, то давайте нарваться хотя бы по чуть-чуть, помаленечку. Хотя бы вот с этого маленького островка. Ну-ка, давай-ка. Вверх. Ну, чисто...
Теоретически, нет, чисто теоретически он тоже не может так. Я думал, чисто теоретически он может лететь вечно, хрен там. Ну-ка, давай-ка, погружаемся. Есть тут что? Эта селедка большая. Эти селедки поменьше. Надо, короче, быстрее, короче, сваливать туда, я думаю. Давай, взлетай, взлетай. Мне кажется, надо было сюда на... Ой, не сюда, вон туда. Мне кажется, надо было сюда на чем-то летающем лететь. Ой, гига хорошая. Наверное. Ну, как минимум, она большая. Не та розовая, маленькая, больная. Слышь, подожди, не крути башкой. Черт. 50-е. Блин, не хочу. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Что-то какая-то маленькая гига. Не хочу я такую гигу. Это какая-то вообще, это не до гига. Вроде большая, так а вроде как это, как бодибилдеры примерно. То есть вроде как здоровые, но слабые. Вот давайте вот этого завалим, а. Все, левел неплохой дают. Наверное. Так, вон там вроде кто-то... А, это Рекс. Рекс нам не нужен, не хочу. Я, короче, ваниль эту не хочу. Я хочу что-нибудь такое прикольное. Вот в Afterlife, помню, тут, блин, классно вообще было. Потусоваться можно было на этих двух островках. А тут что-то как-то пустенько, пустенько. Ладно, сколько нам? Нам левела вообще не дали, кажется. Ё-моё. Я тоже обрадоваться хотел. Не, мне такая гига вообще не устраивает ни разу. Давайте, короче, он все-таки на тот остров поплывем. О, рыба моей мечты! Карась большой! Мне бы альфача бы такого найти, мне бы шляпку бы дали. Капитана! Не, ну так на дракончике тоже неплохо. Поплавать можно. Самое главное, что мне на нем не страшно плавать так-то. Даже вот эти вот я не боюсь по большому счету. Так, ладно, надо, короче, отсюда всплывать. Где там остров? Вон остров. Погнали на остров. Опа, медведь. И чё, пегамостакс какой-то парадосовский? А давайте, короче, пегамостакс, пускай нас что-нибудь там стырит у нас, а медведа мы просто вырубим. Ну-ка, медведь, это, на. Хорош. Так, а ты давай иди тырь что-нибудь у меня. Это ты охренел, что ли? Ты не это тырь-то, алё? Нифига себе, чё спёр? Тейминг пошёл. Ты что, я не знаю, там не мог, что ли, я не знаю, спереть какую-нибудь, ну, вот эту херню, например, ненужную мне. Лапки тут какие-то. Так, а, медведь, давай-ка мы тебя притамим. Ты, конечно, долго будешь томиться, ну да и ладно. Он сытый просто, по самое не могу, поэтому. Ладно, а мы пока пойдем прогуляемся. Я хочу что-нибудь себе такую животинку, вот типа вот такого вот Рекса. Ты какой левел Рекс? Да маленький, конечно. Да, он ванильный и маленький. Я тут еще, по-моему, ни разу не видел Рекса Модовского. Хотелось бы, кстати говоря. Так, ну ладно, я думаю, сейчас мы его как бы найдем. Давай сюда мы прыгать и будем. И еще хочу реднеков все-таки поймать. Потому что, блин, вчера из-за того, что игра отваливалась. Просто, ну как вчера она? Отваливалась неделю уже всю. Получалась шляпа полная. Сегодня вроде как, вот пока я там все строил, ни разу краша не было, я доволен. Тихо, не крути башкой. А, 55-й, нет, что там маленький. Опа, еще один свалился. Да подожди, прыгни ты. А ё-моё, все какие-то больные, маленькие. Фу-фу-фу, такими рексами быть. Да не ори ты. Черт, не успел. Ладно, погнали, кого-нибудь сейчас найдем. Наверное. Спина. Не хочу я спина. Вот он, еще один красавчик, 140-й. У меня, конечно, он есть, но так уж все-таки. А я могу... Блин, я с него ж могу стрелять. Как мне это нравится. Ну-ка. Мы сейчас, короче, тут типа десантуру будем устраивать. Во. Как, типа вот так вот по стелзу. Ниндзя. Какой там из вас большой-то был? Наверное, ты. Раз орешь много. Слышь. Я цвет не запомнил. На, обоих вырубим. Хотя так-то, конечно, надо бы было бы сделать стрел побольше, ну да ладно. Так, кто есть кто? Какой тут красивый? Вот этот. Вот он. Хорош. Ну-ка. Давай-ка, хавай, вставай, и я за тобой, наверное, когда-нибудь приду, если я не забуду. А я могу легко и просто. Опа. Вот так внезапно. Что, голодный, что ли, был? Ну, погнали. Ой! Раптор. Зачем мне раптор? Так, Рекс, ну-ка.
А в смысле? Нормально. Я не того, прикиньте, покормил. Слышно. Офигеть, блин. А ты мне такой черт? Ну-ка, давай-ка. Иди на вольник хлеба. Собака такая. Не хочу, не нужен ты мне. Не нравишься ты мне, все. Сейчас я своего Рекса. О! Рекс, ну-ка. Вот его. Да не... А, ну ее давай тоже. И что нет-то? Раз уж так получилось. Давай, мочи, 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 мочи курицу. Мочи, я помогать не буду, я верю в тебя, Рексик. Ой, там еще один. Опа. А какого левела? Что у нее дамаг? Да хренище просто. 140-й тоже. Да нормально, сейчас загрызет, хорош. Так, пацаны, давай вот этого. А, стой, 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 стой. А ты стой. Стой. А, черт. Эй, короче, не дали мне поразвлекаться, дай хрен на них. Так, значит, смотри, Рекс, ты давай в сторону дома, на пляж лучше. А мы, короче, валим отсюда, пока не телепортировались. Улетел? Нормально, улетел. Так, нам нужно еще медведа забрать, не забывайте. Я думаю, он, наверное, уже должен был встать. И поискать кого-нибудь. Я вот даже не знаю, кого. Но тут что-то какие-то вообще все. Какие-то беспонтовые, ванильные. То есть нет тут пока модовских никого. Ни Рекса, ни Гиги я тут не видел. Надо бы их поискать. Да ну, розовая барашка. Или ты Ламберт тоже. Нет, смотрите, Вики Товис. Подожди, а тебя как томить? Хорош. Так, давайте мы его притянем, короче, у меня же тут все есть. А ты туда будешь? Да я думаю, будет, куда нахер денется. В смысле? Чё, мэ? Ты чё жрёшь-то, э? Баранину? Каннибал, что ли? Нет. А, блин, ты ж эти жрёшь, точно, я же забыл. Ты ж пирожки жрёшь. А, ну, собственно, тогда смысл ясен, что мы будем с тобой делать. Да! Ну-ка, подожди, подожди, убери. А, ну-ка, проверим-ка. Торпор идет, отлично. Короче, барашка, так или иначе, я тебя сейчас притомлю. Не хочешь пассивно, будем попытаться активно. Будем тебя запихивать жертвы. Вон, нормально. Что-то же запихивается в него. Подожди, кто там? Барашку? Интересно. А чем их кормить? Кстати говоря, ну-ка. Не, не буду. Я хотел Рекнес Кибл на нее скровить. Нет, короче, так, короче, барашка как-то по-другому тамится совершенно. Вот, я знаю, что она тамится, в смысле. Тихо. Я знаю, что она тамится у нас пирожками этими, кексами и так далее, но что-то как-то не. На. Лошара. Двойне лошара. Вот, ну раз она просто вырубилась, я думал, мало ли, может, он что-нибудь реально запихать можно. И мне кажется, все-таки запихать-то можно. Давайте его просто захарчим, чтобы у нас было мяско. О, мешкагами встала. Ага, погнали. Там, короче, этих медведей столько, я вообще в шоке. Там он еще штуки три, я пролетел мимо только что. Так, а что у тебя? Ну, ты как бы такой, не супер стильный, но сойдет. Так, медведь, давай-ка, давай. Ты на пляж, короче, тоже. Все, поехали. А я все-таки хочу поискать. Я, знаете, что самое поганое? Я реально, я не вижу тут даже простых гигантозавров. Тут рексов как бы много, но я как бы знаю, где можно его поискать. Но тем не менее, вон, видите, раз, два, там где-то еще он был. Короче, тут дофига этих медведей. Вот тут, по-моему, был медведь. Короче, много их. Не знаю, мне кажется, пока что бесполезное создание абсолютно. Но тем не менее. Ну-ка, держи лещи. Все, погнали на другой конец острова. Там вроде как дофига их шарилось и гигант. В смысле, а что не летим-то? И гигантозавров, и тирексов должно быть там дофига, мне кажется. Но что-то пока... Ладно, найдем сейчас. Что-то она вообще не прет, а она... А черт, завалили так быстро. Короче, не прет нам на гигантозавров, но нам прет на альфа-карнотаров, блин. И самое интересное, что с них падает-то всякая такая фигня неинтересная. Так. Что не так? Слышь? Погнали. Нифига он там навалил. Ты, блин, ну по этому. Постеснялся бы, ну в самом деле-то. Столько терпел, а тут прям на камеру решил. А как специально ждал.
Я все-таки пытаюсь найти. Я хочу гигу. Я реально хочу гигу. Гиги шарились вот обычно вот где-то вот здесь. Что-то как-то вообще все очень-очень-очень печально. Короче, всех гиг я передолбил, в общем. Все печально. А это кто? Это носорог же. Это реально, это красный носорог. Давайте красного носорога хлопнем. Ну как хлопнем? Притамим. Правда, нечем. Уйди. Поэтому мы красного носорога... На. Хорош. Вот это было плохо, это отвратительно. Пассив. Давай свалим отсюда. Подожди, подожди. Ты что творишь-то? Он успел зацепил. У меня хп нет, у него хп нет. Мы вообще молодцы. Да, вот именно вот так вот сердечко и бьется. Так, а где-то он вот там внизу. Что там у тебя вообще к чему? Так у него 60 тысяч всего. Это в принципе... Это в принципе одна стрела. Ну-ка. А я, короче, вот так вот, типа, не спеша подкрадемся. Спон там вот так. Заставим арбалет. Прицелимся. Так, где Вергилис? Давай вот так сделаем. И всадим ему пульку вот так. Вот и все. Последняя пулька контрольная была. Ничего себе, хорош, блин. Я вообще красавчик. Так. А ты жрешь ягоды, насколько помню. Да, давай хавай. Не знаю, на какой черт ты мне нужен, но ты как бы это, попался. Опа, кого я нашел? Это же... Кто это? Это аллозавр. Это реальный какой-то аллозавр. Парадос аллозавр. 15 левел, торпор 14 тысяч. Идем проверять. Ай, тихо. Что такое? Одновременно они нифига себе кусать начали. Ой, там вива. А, вот ты у меня уперла, слышишь? А, да, я обратно. Чё-то скотина у меня сперла этот. Кирку? Да, я хрен с ней. Нафига мне эта кирка? Так, ну-ка, секундочку. Аллозавр, на, жри, а то у меня там что-то виверна, все дела еще летают. Не, ну вива, конечно, это классно. Сколько там чего у него? Ну-ка. Да. Попадуешь, ждите, надейтесь, а. Ой! А вот она попадет! Черт! 155-я, надо ее брать. Надо ее брать. Вопрос как? Короче, виву-то дело чести надо. Вообще прям взять ее, поймать. Пускай будет. Она так-то реактивна до хрена. Так, а я предлагаю что сделать? В принципе, у меня вроде тут все было. Я там нафига дофига вот такого, да, надел. Нас фармил себе, вот. Где они? Стрелы, стрелы, стрелы. Вот они. Где они? Где стрелы? Вот они. А, так, наркотики. Наркотики у меня тоже дофига было, блин. Специально ходил, пока все строил. Они у меня как раз фармились. Отлично. Так, поехали. А что так мало-то, слышь? А что у меня так мало этих, да? Ладно, короче, я предлагаю что сделать. Я тогда предлагаю с собой, наверное, половинку взять. Это все выкинуть. И, походу, уже сделаем. А вот она уже летает. Тихо. Ой, нифига, что-то так много-то. Алло. Слышь, вива. Так, спокуха. Все нормально, почти что. А, так, как бы эту виву нам поймать? Может, ловушечку сделать? Да только мне вот, например, не сильно интересно. А вот как виву поймать, это было бы, конечно, шикарно. Так, 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 так. Блин, ну так она тупая, она будет так по кругу летать. Черт. Волком, что ли? Думаю, короче, нам хватит. Сделал 5 ворот. Ну как делал? 3 воротины сделал, где у меня было. И сделал еще 5 дверей. Ой, 2 двери. Так, где они там? Вот там, да? Так, ну когда-то я вот сюда, короче, поставлю. Не-не, не так. Это вообще плохой вариант был. Давайте как-то. Я, короче, не знаю, как их ловить-то, блин. Блин, я знаю, как их ловить, я не знаю, где их ловить. Так, чтобы они на меня, сволочи, не сагрились сейчас. Но она вроде как там над кем-то летает. У меня где-то аллозавр. Вот, кстати, аллозавр. Мой нет. Дается мне нифига, это не мой аллозавр. Слишком уж он гуляет свободненько. Так, где он там? Вот он. 20-й.
Как бы, а нужен ли он нам? Ладно, давайте, короче, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Быстро, ворота. Раз. Ручной режим. Ой, нет, не сюда, не сюда. Ты что делал? Опа! Плохо! А что плохо, на? Да пофигу! Блин, не попал. Дракоша, держись! Блин. Короче, Дракоша, ты держись, а я это... Я, короче, вот начну. Тихо. Зачем? Чёрт. Так, Мануал, закройся. Так. Еще одни ворота надо, срочно. Сейчас будем ее ловить на живца. Вот, тоже мануал. Быстро. Сейчас надо ее поймать. Слышь? Слышь? Ты где? Вива? Блин, вот, давай, пошли. Ой, нифига себе кусаешь, а что так сильно-то, алло? Хорош! Закрой! Успел? Да вроде успел, нормально. Сейчас нужно дракошку срочно отогнать его куда подальше. Саму свалить куда по... А, это другая уже, нормально, это я сейчас заварим. Где-то у меня бувяшка был. Сейчас. Это все фигня. Все, короче, убивашку надо срочно. Черт, это скотобаза мне ломает сюда. Так, где убивашка моя? Опа. Опа, это откуда я взял? Опа, смотрите, кого я нашел. Вернее, так, смотрите, кто нашел меня. Wicked Poison. Ого. Да вырубит это. Валить надо отсюда. Короче, еще одна вива есть, нифига себе. Не, я думаю, нам нужно сначала ту виву поймать, потому что они более-менее. Кстати, я сдох, да. Кто внимательный, тот понял, почему я опять туда лечу. Я потом телепортируюсь, этот себе сделаю, короче, телепорт. А то надоело мне вот так каждый раз летать. Так, ты нифига себе, верно. Надо тоже будет поймать ее. Хорош, вообще хорош. Обрадовали. Теперь вот осталось найти, где же, блин, моя ловушка. Или ее разнесли все нафиг. Что, в принципе, тоже не исключено. Что-то не могу нифига ловушку найти. Кстати говоря, тут, знаете, что смотрю? Тут очень много вот этих вот рекнеков, или как они, это вроде они же, да? А, нет, это Guardian. Нет, тогда неинтересно. Я думал, это рекнеки, которые... Короче, очень просто вообще нереально много вот этих виверн. И я не вижу свою ловушку. Вот самое поганое, что я не вижу, это так это то, что я не вижу свою ловушку. Черт. Что-то я тут вообще заблудился в этом месте-то, а? А где-то же она должна быть. У меня такое ощущение, что она где-то вот тут была. Хотя, может быть, и нет. Ну-ка, давай-ка. Давай дальше. Сейчас найдем все, ребят. Надеюсь. Очень надеюсь. О, нашел. Ломает до сих пор собака такая. Вон она. Короче, нужно, знаете, что сделать? Нужно телепортик-то я уже сгонял, сделал. Воткни сюда. Быстро, просто вообще быстро. Так, ты, если что, на пассив, на всякий случай. Вырубайте вот эту вот скотобазу. Я думаю, даже вот так вот. А еще в идеале... Блин, надо вот сначала посмотреть в идеале-то. Какая левел? 50-й, да хрен с ним хоть какой-то. Не, давайте я в него сейчас тыкну. Я не буду в него больше долбить-то этой. Нафиг надо. Я ее так могу сейчас... На, ей хватит. Отлично. Я не хочу просто на нее тратить. Так, это хорошо. В принципе, там еще летает. 150-я вроде. Слышь. Пиво. А, нет, все нормально. Я уже хотел было спросить, чем она тамится. Так, нормально, сейчас будем вторую ловить. Вон вторая летает, какой левел? Вот это, по-моему, 155-я. Которая нас уже завалила раза два или три. Тихо, не ори. Тихо. А, где? Да не ты, морду убери. Вон она. Какой левел? Это, во-первых, пацан вроде как синенький был, а? А во-вторых... Да, 155-й. Короче, вива. Знаешь что? Давай-ка ты... Драпай, давай, на пляж. А я что-нибудь соображу, наверное. Ну что, ребят, готовим смертельный забег. Где-то вива. Сейчас нужно как-нибудь там
рожу, что ли, с это... скорчить. Слышь, пошли за мной. Пойдем. Эй, лошара, пошли, пошли, пошли. Догоняй, курица. Ощипанная, быстрей. Давай, 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 давай. Давай, нормально. Пойдем, что покажу, слышь? Слышь. Алло, блин. Тут наша нет курицы, там летает. С другой курицы, фиолетовой. Ну-ка. Нет, 15-я. Вот она наша. Слышь? Пойдем сюда. Ни хрена ты шустрая. Ты больная, нет? Она дофига что-то быстрая какая-то. Вот она, вот она. Так ты давай сюда. Давай, 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 давай сюда. Залетай, залетай. Нана. Дверь сломала. Слышь, давай не залетай тогда, пожалуйста. Давай я тебя буду вот так долбить. Давай ты сядешь. Во! Раз! Хорош. Правда, больно было. Давай сюда, подлетай, подлетай, подлетай. Короче, я буду в клеточке. А как в нее попасть-то? Фурия, мать ее. Зеленая. Давай быстрей, Нимаш. Да, конечно, давай, ага, еще 3 раза перезаряжал бы, бляха-муха. Че так долго-то? Опа, где-то летает, вот она. Так, бежим, бежим, бежим. Короче, нужно либо что вокруг дракошки она летала, либо еще как-то. Я, короче, регенерейт пошу себе он в последний слот запихал. На всякий случай. Так-то, блин, в тот раз надо было его использовать, не додумался. Но я думаю, сейчас ее притаем. Это 155-я вива, ни хрена себе. Такую выпускать нельзя. Ой, где? Что это было? Где это было? Фурия, черная, морда вижу. На. Конечно, ага. Давай, давай ломай, не ты ж дело, чё уж там, мелочиться-то. Слышь, иди сюда. Слышь. Да алё, гараж, слышь, иди сюда. Бляха-муха. Короче, не, надо что-то с ней как-то, это... Я так не попаду, никогда. Я только патроны потрачу. Давай, иди сюда, пойдем. Давай сюда, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Скотобаза, за мной. Хорош, молодец. Вот тут давай, застрянь как-нибудь, как ты это умеешь делать. Вот тут прям давай, втыкайся головой. Втыкайся головой. Типа того, да. Промазал. Фигня. Раз. Давай быстрее, быстрее. Два. Три. Давай быстрее. Три. Сколько? Га? Спит? Спит. Катабаза, мать твою, за ногу. Капец. Пец, такую хреновину сейчас приручили только что, обалдеть. Короче, ловушка тут, в принципе, работает, но не так, как должна. Давай вставай быстрее, сейчас тебя пинать буду. Надо, короче, Дрейка отвезти, а на Виви мы сейчас полетаем, посмотрим, что это такое вообще. Вот она встала, моя красотка. Мы же на той вроде так и не полетели ни разу, она так на нас вроде как и не села. Так, что у тебя там? 266 тысяч и немножко дамага. Сколько скорость? 568 скорость. Ах, ёшкин, куда она тут пешком, блин, лагается. Так, а ты уступляешь, да? Ой. Слушай, давай валим. Ты дух какая-то ненормальная. Офигеть. Слышь, это на одну штучку. Жри. Так, ты нифига, смотрите, у неё скорость-то. Охренеть, да я теперь понял, почему ее так на поворотах заносит. А она тут капец просто. Ай! Блин. Не, ну вообще прикольно, конечно, прикольно, прикольно. А между малозавр где-то был. Можно даже сдох. Ладно, хрен с ним, с малозавром, я потом его поищу. А что ж, ребят, давайте мы на этом закончим. Офигеть, ты реально какая-то больная на всю голову. Вива оказалась. Тут где-то еще одна вива есть. Я не знаю пока, как ее ловить. Я думаю, мы, наверное, металлическую ловушку состряпаем. Наверное, я. Где-то вроде как мы вот тут ее тогда встречали, когда летели вот в этом, на этом вроде месте она была. Я думаю, мы ее попробуем поискать, притомить. Да, посмотрим, что за вива. Вот, и как-то еще пока не знаю, как, наверное, металлическую ловушку буду делать, если она вообще нас спасет. Вот, в общем, на этом все, ребят. Все ссылки будут в описании под видео. Если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Если есть чем поделиться в комментариях, обязательно пишите, придумывайте новые имена и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны.
Всем удачи, всем пока.